Здравствуйте, дорогие коллеги, рассмотрим практически работу с файлами в курсе. После авторизации, это пример пользователя условного, появляется личный кабинет, блок. Можно этот скрывать и можно зайти. Что здесь интересно? Во-первых, уже легко создавать такие курсы, в том числе на кандидатский минимум. Включите режим редактирования, а не настройки курса. Расположите на экране монитора рядом браузер и папку вашего компьютера. Папки вашего компьютера вы наверняка это умеете. Первое – научиться перетаскивать. Потом необходимо уметь удалять вот здесь вот. Удалите лишнее, если это вам не нужно. И вот в настройках самое главное, коллеги, самое, развернуть все настройки, посмотрите, все пока пропускаем, кроме одной выполнения элемента курса. Вот это очень важно отображать. Обязательно рекомендую, цените вашу работу, анализируйте, что они с этими вашими файлами делают, читают, смотрят или нет. Можно перетаскивать пачками. Потренируйтесь, можно перемещать еще одно действие, кроме размещения и удаления, это перемещение. Иногда получается не сразу, тем не менее, приловчиться можно. Обратите, пожалуйста, внимание, что имена файлов на вашем компьютере должны быть заранее названы так, чтобы их понял студент, чтобы потом по карандашику вот это все не переименовывать. Обратите разницу между вёрдовским и PDF-форматом. Догадаетесь вы или нет? Разница колоссальная. У них такие же настройки редактирования. Также развернуть все, чтобы все было видно. Сейчас это пока не будем. И вот также отображать, как выполнены при условии, что он должен посмотреть. Вот это запомнить, это научитесь. И вот теперь наступает кульминация в разделе «Больше». Распахнем пошире. Выполнение элементов курса. Вот эти квадратики все должны быть пунктирными, а не сплошными. Пунктирные – это значит автоматическое отслеживание. Читал, точнее смотрел этот студент ваш файл или нет. Давайте обратим внимание на разницу этих двух форматов. Если открываем PDF-файл, то он будет просматриваться без скачивания сразу даже на мобильном устройстве. Для студента это очень важно. Если открываем Word-овский файл, то он будет скачиваться на какую-то папку в компьютер пользователя. Это менее удобно, я рекомендую вам PDF.